Друзья, всем привет, с вами Рима, сегодня у нас очередная серия игры под названием 911 оператор. Ну что ж, в прошлой серии я вам просил вас немного отписаться, какие города там, короче, очень много городов отписались: Ереван, Алмата, Москва, Киев, даже вплоть до маленьких деревьев, здесь все города есть, все ребята есть города, ну давайте, ну вот, многие пишут, давай Ростов, давай проверим Ростов, есть у нас Ростов-на-Дону? Есть такой вообще город или нет? А, нет, подожди. Походу я неправильно сделал. Ну-ка. Окей. Ростов. На. Через это, да, вот так вот. Как пишется, я не знаю. Вроде бы я правильно написал. А, да, правильно, все правильно. Вот через тире, оказывается, пишется. Так, Ростов. Вот так вот он. Кстати, какая здесь река проходит, я не знаю. Не помню, какая здесь река проходит. Также можно, в принципе, Челябинск попробовать. Сколько там населения-то, кстати, интересно. Надо проверить. Кстати, читайте на этом, на паузе. Интересные такие эти всякие проходят советы и прочие. Давай Челябинск выберем. Суровый Челябинск ждет своего спасителя. Спасителя оператора Римаса. Так, ладненько. Сейчас посмотрим, что у нас там снаряжение. Придется с нуля начинать. По идее, вот, по идее, можно раскачиваться, да? Смотрите, ребята, есть бронированный фургон. Это для антитеррористических всяких операций, да? Прикольно. Полевой госпиталь. Ну что ж, оружие, снаряжение. Посмотрим. Винтовка даже есть. Вы представьте, ребята, винтовочка. Обалденно просто. Но она у нас 3000 стоит, да? Пистолет. Один. Два броника возьмем сначала. Своим полицейским. Вот так вот. Потом возьмем Рекса одного. Так, итого у нас получается 6000. С чем-то, да? Денег. Прекрасненько. По идее, лучше всего пока что броники покупать. Вот поверьте, ребята, броники очень хорошо помогают выжить нашим полицейским. А дальше больше у нас за 500 долларов мы ничего не возьмем. Поехали, начинаем дежурство. Челябинск. Суровый Челябинск, дорогие друзья, поехали. Блин, большой город, оказывается. Так, что тут у нас произошло? Эпилептики. Сразу помогаем. Отправляем скорую помощь, как раз она здесь рядом с нами находится. Кстати, это что такое, мотоцикл какой-то? Ой, я не видел, что он у нас есть, оказывается. А, вот оно что, я-то боялся. Я думал, если я сейчас возьму Москву, например, да, там вообще город здоровый, правильно? А машин мало, и я не смогу справиться с теми или иными всякими этими, да? Так, у нас звонок. 911, what's your emergency? Где-то ничего случилось. Здравствуйте, тут драка на улице. Не могли бы вы прислать сюда полицию? Сколько их? How many of them are there? Four men are fighting. Четыре мужика. Оружие есть? Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. Нет, не видела. Адрес? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Труда 197. Есть такая улица? Кто им ранен? Is anybody injured? I don't think so. They've just started and they're mostly shouting and pushing each other. Отправляем полицию. Нет, успокаивать их не надо. Отправить помощь. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Так, хорошо. Ожидание. У нас еще какой-то случай, да? Что тут у нас? Диабетчики. Боже мой. Боже мой. Так, все, отправляем. Вроде бы мы справляемся. Давайте еще на всякий случай скорую помощь чуть-чуть поближе поставим сюда. Не будем их туда направлять. Вдруг там какое-то будет ножевое ранение, либо еще что-то. Гопники, короче, друг с другом херачатся. Так. Эпилепсия, все нормально, работает, все хорошо. Смотрим, вроде бы пострадавших нет. Отлично. Пострадавших нет. Ну, давайте на всякий случай подкрепление все-таки. Да, да, нужно подкрепление. Так, требуется медпомощь, укус. Так, ладно, медпомощь туда отправляем. Укус. И посмотрим. Отправим сюда. Так, у нас новый звонок. Где-то ничего случилось. Hello? Алло, здесь машины столкнулись. Авария, понятно. Адрес. Ага. Есть пострадавший? Yes, да, один человек пострадал. Хорошо, характер повреждения. Can you tell what kind of injuries they have? I think one of the passengers might have broken his leg. Okay, just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure.
Все, спасибо. Есть транспорт, кстати, мешающий движению. Если что, МЧС отправим. Обе машины сильно повреждены. Понятно, когда произошло? Только что. Кто виновен к происшествии? Я, говорит. Хорошо. Спасибо, сэр, ожидайте, пожалуйста, прибытия экстренных служб. Спасибо. Чувак без настроения, походу. Так, ладно, давайте тогда отправим туда пожарную машину. А, нам надо также отправить полицейский. Че, ребята, вы закончили, нет? Давайте быстрее. ДТП там еще происходит. Боже мой, я же не успею ничего сделать. Так, пацаны, давайте идите сюда. Скорую помощь тоже отправляем сюда. А, нам надо еще полицейскую машину отправить сюда. Быстренько. Ситуация разрешается. Давайте, полицейские, быстро. У нас есть потери, кстати? Ну, не, у нас потерь нет. Это очень хорошо. Все-таки нам надо сюда сначала медицину отправить. Требуется медпомощь. Пострадавший один. Быстро. Ребята, быстро. Блин, да вы успокойтесь. Я ничего случилось? Тут машину странно припарковали. А, где припаркован автомобиль? Возле торгового центра, на парковке. А, что беспокоит? Адрес? Can you give me the address of where this car is parked, sir? Что беспокоит? So what is it about this parked car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Why is that, sir? Почему же, sir? Безопасность. Может, я преувеличиваю, но не могли бы вы прислать полицию проверить? Хорошо. Yes, of course. I'll send the police to check. У меня сейчас все Thank полиция. You. Bye. Отправляем сюда полицию. Быстренько. Скорую помощь сюда отправляем тоже. Скорая, давай, быстро разбирайся. Ну, давай, братан. Бегом, я не успеваю, ну. Так, нам надо еще скорую помощь отправить. А где еще скорая помощь-то? Я чуть не понял. У нас еще должна где-то скорая быть. Ладно, сейчас они освободятся, походу. Так, нам надо сюда прислать скорую помощь и, конечно же, полицейских. Да? Требуется пожарная машина. Ёпта, там пожар возгорается. Отправляем сюда быстро. Бегом, ребята, бегом. Так, здесь тоже пожар происходит. Что тут у нас происходит? ДТП. Ждут полицию. Подождут, ничего страшного. Ничего страшного, подожди. Так, у нас еще одна медицинская машина освободилась. Где-то ничего случилось? Алло, здесь мужик без сознания. На тротуаре. Где? Какой адрес? Рядом с улицей Энергетиков, 146. Вы видели, как он потерял сознание? Да, я видел, как он упал. У него есть пульс, он дышит? Да, он дышит. Подождите. Он приходит в себя. Оставайтесь с ним. Все-таки надо посмотреть, что с ним случилось. Конечно, до свидания. Так, где этот звонок был-то? Где этот был звонок-то? Вот здесь вот, да? Отправим сюда все-таки медицину. В принципе, у нас медицина одна уже готова. Ждет. Так, и скорую помощь еще одну отправим вот сюда. Здесь что у нас случилось? Передозировка? Похоже, сюда полицию надо будет отправить. Так, ребята, давайте идите на аварию, сходите. Так, а это кто у нас превышение скорости? Заходим. Смотрите, у нас репутация плюс 15, это очень-очень-очень радует. Очень хорошо. Так, пожарная машина очень долго, блин, доходит. Так, превышение скорости. Ладно, давайте идите сюда, сейчас уже вот этот вот мотоцикл, что это такое у нас? Да, у мотоцикла сейчас быстрее будет доходить. Почему? Так, где это ничего случилось? Помогите! Помогите, пожар! Я бы так ковородку спалила. Что горит? Что горит-то? Что горит именно? Все, хорошо, отправляем пожарных, короче, и все. Отправь пожарных. Get yourself and anyone else that's in the house out of the house now. The fire department will be there soon. Okay.
Окей. Okay. Блин, спалило все. А, вы все? Давай, быстрее. Отвезите пациента. Почему два места всего лишь? Нам надо побольше машин как-нибудь потом выбрать, да? Бегом обратно. За ними. Так, что это у нас получилось? А, этот мужик упал. В оморок, да? Все хорошо. Так, мы сюда отправили, это отправили. Это что такое у нас? Чего? Нифига себе. Там, походу, белая горячка у кого-то. Что-то оформил его? Все, быстренько, на пожарную. Что у нас тут есть? Подозреваемый, да? Понятно. Хорошо. У нас, кстати, есть пожар тоже опять намечается. Блин, да вы что-то большой танмана? 911, what's your emergency? Детишки. Алло, есть кто-нибудь? Если вы не можете говорить, нажмите, пожалуйста, любую цифру на вашем телефоне. Детишки. Так, перезвонить. Так, игнорировать. Хорошо, нам дали репутацию плюс один. Это, в принципе, хорошая такая, ситуация. Ситуация просто критическая у нас. Что ты там, тушишь, не тушишь? Давай, братан, быстрее. Так. Бегом сюда. Так. У нас есть свободные машины, это интересно, или нет? Так, полиция, давай сюда быстренько. А ты сюда тогда подходи. Так, пожар, машина, быстренько, заходим сюда. Где-то ничего случилось? Эй, тут ограбление. О, господи. Где это произошло? Около Комсомольский проспект 240. Как раз у нас тут есть... Хорошо, вы пострадали? Отправляем сюда две машины. Как давно это произошло? Только что. Атакавший все еще рядом? Они скрылись на машине. Вы можете описать машину? Белый седан, но номер я не разглядела. Хорошо, мы позаботимся об этом. Ожидайте, специалисты скоро к вам приедут. Хорошо, буду ждать. Ну что, вот они, кстати, две машины. Одна здесь. Вторая здесь. Кстати, нам надо их догнать как-то. Не знаю, стоит ли сюда... Так, медики есть, все есть. У нас очень много вызовов, я вообще не успеваю. Что это за фигня такая? Так, превышение скорости, отправляем мотоциклиста туда. Не того, ебти, твою налево. Догнали. Так, оформляйте его быстро. Быстро оформляйте. Оформили, давай. Бегом. Машина. Давай разворачивайся быстренько. Так, что тут у нас произошло? 911, what's your emergency? Нет, ничего случилось. Здесь начался пожар. Адрес какой, быстрее говори. Улица Куйбышева, 228. Помещение, кажется. Мне нужно больше информации. Давай быстрее. Какого масштаба пожара? Похоже на костер. Хорошо, отправляем. Пусть выполняет свой долг тоже, МЧСники. Так, нам надо сюда еще отправить. А, у нас уже скорость сюда летит, да? Хорошо, пока не будем. Так, понятно. Вот сюда так мы и отправим как раз пожарную машину. Что тут у нас случилось? Вы можете предоставить более детальную информацию, что в какой комнате или... Давайте пока отправим сюда медиков. А эти медики пусть пока стоят здесь. Боже, вообще не успеваю. Так, медиков сюда. И пожарную машину можно, в принципе, отправить сюда. Одна пока что здесь, я думаю, разберется. Так, пострадавшим, помогаем. По-быстрому. Отлично. И тушим пожар. Господи, 40 секунд. Это просто жесть какая-то. Так, полицейский патруль здесь у нас, там у нас. Хорошо, работает. Через минуту у нас ребята эти освободятся. Так, нам бы что-то... Все. Идите на станцию, а вы тогда идите сюда, вот в эту сторону. А вы здесь патрулируете. Ну что ж,
Дежурство пока происходит. Обалденно просто. 49 репутацию, друзья мои. Разрешено 21. Ребята, 21 ситуация. Просто невероятно. Я даже не знал, что у меня такой успех будет. Вроде бы везде все успеваю. Звонков пока нет. Очень радует. Очень радует. Давайте быстро, 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 быстро. Ну, давай две скорые отправим сюда. Так. Ну. Помогаем. Ты лично. Ситуация разрешена. Так, тушим пожар. И помехи. Избавляемся от разных помех. МЧСники молодцы, хорошо работают. Нам надо им потом оборудование какое-нибудь купить нормальное, да? И все. Так, пожаромашина здесь. Здесь у нас что? Тушит до сих пор, да? Очень долго что-то не справляется с этим огнем. Но я думаю, скоро затушит. Прекрасно. Все, ребят, вроде бы звонков нет. Мне кажется, это дежурство заканчивается у нас. Насколько я понял. Судя по тому, что... мы, в принципе, уже со всеми делами уже разобрались. Дежурство, дежурство. Фух, прекрасно. Давайте на подкрепление еще одну пожарную машину отправим сюда. 72 секунды осталось. И на всякий случай сюда скорую. Хотя скорая пока не показывается, то что здесь нужна скорая, но так или иначе нужно. Citroen, адрес Citroen называется. Что такое адрес? Есть такой интересный адрес, ребята? Фух. Просто обалденно, ребята, в тюрьме 0, получен штрафов 7, так, ну да, погибло 0, вылечено, вернее, получили помощь 20, репутация 56, базовый доход 5000, премия 53 тысячи, штрафы 10 тысяч, ну, штраф, который мы, это да, и наши зарплаты нашим сотрудникам 4396, общая прибыль 65 тысяч, Карл. 65 тысяч, слушайте, ну, давайте тогда будем продолжать Челябинск. Охранять. В следующей серии будет вторая серия именно по Челябинску. Я буду уже раскачивать своих бойцов. Так, у нас минус 2. Ну как минус 2? Они вроде бы они ранены, да? Есть некоторые сотрудники, которых ранило. Так, давай, девочка, сюда иди. А ты, браток, иди сюда. Ты тоже, браток, иди сюда. Угу. Снаряжение дадим им. Один, два, три. Два, три. Три броника дадим тоже. Слушай, давайте ему автомат дадим вот этому чуваку. Вот так вот. И броник сюда. Так, Рекс у него здесь есть. Прекрасно все. Также имеет смысл так системный терминал. Ящик с инструментами. Универсальный набор инструментов для устранения препятствий и... решение иных технических вопросов. Мне кажется, это для всех, да? Или для МЧСников тоже? Ну-ка, давайте возьмем один инструмент. Походу, это для всех, да-да-да. Это и для таких, и таких. Давай все-таки МЧСников дадим. МЧСникам. Потому что... ну и нам надо МЧСников тоже под это, да? Подшабанить. Немного. У нас есть сотрудники. Один. Два. Три. Вождение 63. Блин, остальные болеют. Ну как болеют? Ранены. Короче, мне кажется, что лучше всего снаряжение брать для наших бойцов. Один, два, три. Дефибриллятор, да? Этот набор как никогда необходим в случаях, когда человек находится между жизнью и смертью. В принципе, я думаю, многие из вас знают, что это такое. Поэтому... кстати, мне кажется, этот набор можно еще и пожар дать, да? Бойцам, каждому отряду. Да, нам надо по одному этому... по одной штучке давайте им. Было бы прикольно. Так, устройство, автоматическое устройство способно обеспечить непрерывный массаж сердца. Очень полезно в случаях остановки сердца. Один, два, три. Нормально мы так раскачали своих бойцов, да? Медиков. Так. Хорош. Имеет смысл им еще этот огнетушитель. Защитная маска.
Давайте лучше огнеупорный костюм, да, который дает защиту нашим бойцам. Сколько у нас денег? 30 тысяч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 4, 4, 8, 12, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Давайте 8 штук пока дадим. Так, костюм есть, костюм есть. Здесь тоже. Нормально мы им так закупили, да? Хлама-то. Барахла. Так, пожарную службу нам надо прокачать. Так, вождение 69, вождение 61. Вождение 79, 70. Снаряжение, снаряжение. Сотрудники, техника. Снаряжение. Так, защитная маска. Эта маска обеспечивает защиту против токсичного дыма. Огнетушитель. Основной элемент пожаротушения. Этот внушительный огнетушитель окажется отличным... ну, я не знаю, для медиков нужен или для этих... Вроде бы у меня таких случаев не было. Блин, вот этот тайзер... Тайзер... Я не видел его раньше. Мы могли бы преступников, короче, тайзером, да, херачить? А что, было бы прикольно. Так, итого у нас 8000. Огнетушитель. Защитная маска. Давайте броник все-таки еще купим. Раз. Раз, раз, раз. И еще отдадим аптечки. Смотрите, один броник мы с вами уберем. Например, скорее дадим. Да, вот этой бригаде дадим броники. А этим бойцам дадим аптечку, чтобы они быстренько восстанавливались. Да, аптечка ускоряет процесс заживания ран, не может быть использована любым сотрудником. Так, первая аптечка есть, и можно, в принципе, вторым тоже дать. Ладно, давайте вот этим дадим. Они тоже, кстати, попадают в передряги. Ну что ж, друзья, это была очередная серия Оператор 911 с Валдером Римас. Подписывайтесь на канал, берегите себя. Желаю всем удачи, до скорых встреч.